итогам 2000. До Объединенного педагогического совета руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов встретился с главой Чувашии. Перед официальной встречей с главой региона руководитель Рособорнадзора ознакомился с работой Центра психолого-педагогической реабилитации и побывал в Чебоксарском детском доме. Условиям, которые создали здесь, Сергей Кравцов поставил твердую пятерку. Руководитель федерального ведомства отметил, что система образования в республике развивается динамично. Опыт региона часто рекомендуют использовать и в других субъектах. Чувашия активно развивается по сельскому образованию. Вот, есть интересные наработки по социокультурным комплексам, вот, которые эффективно можно использовать и в других регионах.